Все, ладно, хорошо, пойдем. О, господи! Это меня начинает напрягать. Вот это вот реально кринжи. Что это такое, твою мать? А? Это норма, типа? Что это? Так, подожди. Его хоть потрогаю. Ты как, ты живой или нет? Куда падаем? Да на антенну падаем. Да уже поздно, уже поздно. Ну ты уже брызнул. Ну все тогда, ну типа... Брызнул я. Я, блядь, брызнул. Омское порно. Я брызнул, блядь. Ясно. Тихо, не палите меня, я же в стелсе. Артур! А сень попить? Сень мячик! А ты выйдешь? Мы в войнушку играем. Как же ты выйдешь? Спускайся, сыну, сейчас пизды получишь. Ты куда забрался? Не-не, давай тут полутаемся. У меня вообще лута нет. Все, спрыгиваем? Да, я прыгаю. А как меня... А-а-а, у меня не открылся костюм! Не открыл! Айс! Я чё-то вообще не удивлен. Ну вообще. Шина! Надо насрать мне. Мы катали в детстве. Наслёв и катали. Романтика. Только бруталы готовят в огне стоя. Себя. Себя. И жрут. Ногу оторвал, прожаренный. Такой, ешь. А вместо вилок используют эти... Вилы. Как этот значок означает металлюрский? Вот этот вот, который у Тёмы есть в чате. А, козу? Козу, да. Я просто ваш вот этот неформальный всякий говно не знаю. Ну, я теперь знаешь, тебе это тоже неформал. У него там всякий симпай, не туда. А, у него вот это вот. Так, ладно. Yeah, I'll have a slice of the cherry cake. Романтика. She's gonna be eating my dick. Yeah. What? It's a raccoon. Oh my god. God, he's scratching me. Thought he scratched me up, but anyway. So anyway, it's your raccoon. Yeah, because your cat died. So I got Tom died, right? So he did. Yes. Now you've got a raccoon. Happy birthday! Surprise! Thank you. You got it, babe. Oh, for fuck's sake. Lilia, he's... Какое ему дело, ты посмотри на него! Хороший парень. Do you want to know what I think of that idea, Gerald? Everyone, you want to know? Yeah? Was it a good idea? Do you want to know? Alright, check it out. Gerald, this plant is your idea. I'll show you what I think of your fucking idea, yeah? Эта игра, твою мать! Так это, в смысле, хорошо или плохо? Тебе нравится его идея или нет? Вариант. Are you a fucking racist? What? How old are you? I'm 24. 24? And you've never dated an Asian guy? What the just, fuck? I haven't dated that many people. You come to an Asian fusion restaurant and you order a fucking salad. You're even racist towards fucking food? Fuck. Какой конченый, боже. И встал и ушел, такой, чё? Racist! Чё такое вообще? Woman's a racist. Иди нахер, игра, просто всё. Всё, всё, иди отсюда. Что? Что твою... Блядь, я не могу просто, я сейчас башкой стол разобью. Что-то как-то скучно. Почему нельзя показать член? Ну, типа, это не значит, что я при знакомстве с девушкой показываю член. Просто так должно быть. Ну, типа, в этой игре я так... Боже, как это звучало. Что подумают люди, которые первый раз видят эту игру? Вы... Я, по-моему, сам... На, получи. Самый херовый кассир, по-моему. Сумма 10. Все, что тебе еще надо? Так, это я поставил. Деньги тоже возьми сюда. Овца. Oh, no. А, это мои деньги, ебать. Ой, прости, чё.
Простите, я не совсем понял, что мы делаем просто. Спокойно, спокойно, норм... Что там происходит? Типичный Серпухов. Куда ты поехала, дура? Вот так оно работает, так я и хотел. Господи, ты слышал этот звук? Да не хочу я переходить. Она настроена на правильные высоты, частоты. Прости, оговорился. Осторожно! Хватит! В итоге он был убит женщиной. Блять. Я был мужественным. Не надо этого говорить. Не надо смеяться. Сука, это самый ретардский испуг был. У меня аж сопли носом пошли, шо? Небольшая техническая пауза. Я сегодня стрим назвал пафосно так. Ну, блин, типа там, говорит Уфа, все такие. Хуайтесь, опять этот дегенерат, вот. Да что? А с этим что? Что происходит? Стакан накрыло. Я не уверен насчет того, что происходит, но в оконном режиме игра работает вот так. О, я ее починил, боже, ты посмотри на нее. Так, игра не реагирует на нажатие геймпада. Что-то хорошенечко так сломали, честно говоря, меня это... Я вон, ты пернул, что ли? Вообще, я планировал до 7 по МСК, но типа так. Но типа сейчас уже 7 по МСК. Так, секунду. Короче, женщина такая, что это такое? Вскакивает, достает меч. Я нападаю на нее, отлетаю, она говорит, послышалось. И все? Боже, эти сабы в стакане. Боже, твою мать, что произошло только что? Я просто должен, блин, заплатить два раза за эту игру. Это что было вообще? Вот это поворот. Ну, здравствуй, говнопистолет. Здравствуй. Тёма, помнишь анекдот про поручика Ржевского, который, типа, на стол в консерватории забрался, начал срать? Все сидят, ну... Хуели, короче, сидят, смотрят. Он срет, все смотрят. Я не помню окончание, поэтому это пауза. Тут Наташа Ростова не выдерживает, говорит, поручик, как вам не стыдно? Он такой, а, блядь, кто здесь такой? Вот, типа, продолжение этого анекдота, оно здесь, смотри. Неплохо, скажи. Виктор, что ты там делаешь? Иди отсюда! Сейчас, смотри, подожди вот так. Как угребешь твою мать? Ой, нифига! Да ты херел! Ты сейчас добавлю, слышь. Смотри, смотри, подожди, стой. Иди к окну. Смотри, азбука Морзе. Как окну, смотри. Смотри. Пошел. Точка, тире. На! Хер! Хер! Подожди! Ты что, мне окно выбил, пёс? Сука, сюда иди. Ебашить буду. За окно заряжу. Сарай!
и тут ты сдох. Стой, бля! Месть! Месть моя! Фу, какой ты страшный мальчик! Или ты девочка, тебя хер поймешь. Пенек какой-то. Это были не палки. Это была не палка. Это был палка, сосед. Житель Непала, зачат непальцем и непалкой. О, боже. Да охрененная шутка, слышь, я смеялся, когда чат сказал. Дима тоже. Нас. Что? Алло, ты кашляла и ударила? Нет, я свое кинул. Это просто, я не знаю. Просто... Это гениально, если это не гениально, фонариком в табло кинул. Вот это педофил. Слышишь, он выбил дверь, пусец. Да, да, да. Когда ой, хочется ребенка, я сам не свой. Серьезно? Этот стрим содержит зашкаливающее количество шуток про педофилию. И это хорошо. Подожди, педофилия или шутки? Одно с другим не комбинируется, что ли, Дима? Иди сюда. Когда тебе там скучно? Ам-нам-нам-нам-нам. Сейчас ты мне покажешь свое шоколадное молоко. Фу, шоколадное молоко, это вкусно. По-моему, это Даша подумала о чем-то отвратительном. Это же Даша, я тебе говорю. У меня разные мысли в голове. Я сразу о птичьем молоке подумал. Фу. Если сейчас вот это все упадет, то я вскроюсь нахуй. Донатную музыку. Артур, все, я так понимаю. Да-да, плачет. Я сдаюсь. Давай. Глазами? У меня тоже все падает. Да сейчас у всех что-то все попадает. Electronic Arts или Ubisoft. О боже, тут я выбираю Electronic Arts. Да, я не Electronic Arts однозначно. Ubisoft, я выбираю. Включай таймер. Ubisoft это вообще писец. Ева, ты заставляешь меня ненавидеть тебя второй раз. Мне нравится Watch Dogs 2, очень классная игра. Что там классного? О боже. Я прошла ее. Игра про вот этих розовых мальчиков в гигантских кезах. Да я лучше сон буду лупить. Я чат триггернуть хотел, не стримеров, не подживать. Мальчики одеты как девочки. Просто гомосексуалы. Сори. Подождите. На Watch Dogs. Заходит Дима, короче, вы слышали? И тут вот этот срач, боже, как легко манипулировать этими людьми. Просто днище, нахера ты его взял? ПВГ, заебись, игрушка, колдак. Сейчас бы, слышишь, играть на Xbox One, Watch Dogs 2. Вот куда тут поставишь кубик? Ну куда? Ну что ты делаешь? Чё оно катится? Хватит кататься! Интеллектуальный диалог. Максимально просто. Прилепилось. Ну спасибо, вот ебать. Нет, ну теперь-то куда я этот кубик воткнул? Давайте, в общем, надеюсь, встретимся не раньше, чем через месяц. Через год можно даже. Лучше бы через век тогда, да. Не слышать к чертовой матери. Ты чё ржёшь, ты ещё? Я думал, ты не слышишь. Да, я думал, отдал. Ага. Всё, до свидания, давай. Нахуй. В принципе, короче, на этом всё. Спасибо, что смотрели. И всем пока.